Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Майнкрафтер Демастер, также со мной еще Ама. Всем привет, дорогие друзья. Пингвин. Салют, народ. И наши подписчики из TeamSpeak, вот прям вот все вот 24 человека, ну может быть, конечно, не все 24 человека, да? Вот, я просто зашел в TeamSpeak и сказал, кто хочет с нами заходить, и мы прям сразу зашли, и сразу же игра началась, вот, и вот так вот, да. И ребятки уже залетают. Слушай, я правда не знаю, куда тут прятаться. А, у меня ресурс-пак, кажется, не встал, либо у меня гранаты стали выглядеть как... Не, у меня ресурс-пак встал, но гранаты выглядят как кирпичи. А у меня меч и... Я не знаю. А, видимо, у тебя не... из-за того, что я... А, да, ты же не был в лобби? Мы же... Угу. Ты... А, мы только зашел на сервер? А, зомби, отстань! Так я же раньше играл. Да, да, ну тут надо зайти в лобби, чтобы ресурс-пак у тебя это... Ой, куда? Да, там зомби, там зомби, там зомби! Понимаю. А что это за карта дурацкая? Где здесь спрятаться можно? Не знаю, я сел куда-то. Черт, 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 черт. А зомби же убить можно? А, они очень ну живучие. Ну да, но они очень они живучие. Да, я запомнил это. Так, слушай, так, так, я убегаю куда-то. Я куда-то убегаю, но пока не могу понять, там куда... Там зомби в воде. Зомби в воде где? Он за тобой побежал, он тебя увидел. О, бежит, живи, бежит, Костя, бежит, живи. Так, я выжил, у меня, понимаете, у меня очень мало хп было, но я как-то выжил. Пингвин, что с ним дерешься, зачем? У тебя я жизнь это не регенится. На помощь. У тебя жизнь не регенится. Офигенное место. Пинги, нужно с двух сторон встать и все, и просто держать. Но у меня, правда, снайперка, но я не смогу их сильно держать, если их будет много. А у меня автомат. Да, 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 у меня глок. Отрегенить хпшки. Отрегенить нельзя, поэтому тебе говорю, не надо было с ними драться. Два хп, за что ж да? О, ты видел взрыв? Да, 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 да. Ну ты не кидай, граната тоже не регенится. А у меня не было граната. А, у меня есть ледяная граната. Так, вообще, а зачем мы с двух сторон стоим? А знаешь, вот такие вот, что это за фейерки? Значит, что я из снайперки в голову попал, очень много им дамажит. А, нет. Тут, кстати, можно в голову стрелять, здесь можно в голову стрелять, это больше урона наносит. Понимаю. О, там кого-то инфицировали, же. О, видишь, я опять попал в голову. Попал, видел, видел, видел. Так, 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 перезаряжай. Пистолет тоже, чтобы был перезаряжен всегда. А вдруг у тебя автоматически закончится патроны, проверь, чтобы пистолет тебе будет тоже. Я, кстати, не нашел еще ни одного зомби. Быстро, ты, да. 11 штук, они повсюду, ама, не знаю. А, он сбоку, сбоку, смотри, бегин! Ой-ой-ой, давай, накидай. Держи, держи, держи его. Слушай, мне кажется, ко мне очень легко допаркурить. Да, не-не-не, ты их быстро скинешь. Так мне один удар. Ну можешь ко мне сюда, доброкрути ко мне сюда, вот сюда будешь стреливаться. Да, меня точно не найдут, я идеально спрятался. Перезарядочка, бегин, перезарядочка. Держу. О, аккуратно, стой дальше, чтобы они тебе это... Нет, я хотел best... спасти. Зачем? Хотят к нам. А ну идите других заряжайте. Че это вы? Пингвин, они сейчас нас убьют. Не-не-не, нормально, держим. Гранату кидают. Гранату нам? На, best попал. Повезло. Лорд. О, повезло. Повезло. А, я выкинул его бензопилой. Нет, меня заразили, пингвин. Я тебя тоже заразил. Ты меня заразил? Да. Меня а, ну ладно, не ты. А я по... думаю, что это такое? А, в смысле, всего двое было, если бы нас было больше... О, за Гордейга здесь стоит. А у меня, кстати, зомби, который высоко прыгает. Так что, Гордейга, сейчас я поймаю. Все, а поймали. Я, между прочим, бомбу могу кинуть. Поймали. А я такое место козырное нашел. Думал, сейчас прибегу, вам покажу, и мы выиграем. Да, у нас тоже было крутое место, просто наше место нужно было больше людей. И явно не чел с снайперкой. Да, не, просто снайперка это крутая штука, она их очень сильно дамажит. Но мне нужно было еще, как минимум, туда двух человек. Которые просто помогали бы, ну, постоянно стрелять. Снайперы просто 4, да. У меня просто я мог бы их убивать очень жестко. У них где-то по 8, по 5 полосок хп. Я с одного выстрела снайперки в голову сразу 2 полоски хп сношу. Ама, ты живой или кто у нас остался? Не, я не живой. Да, я забыл, я в прошлый раз мы, кстати, играли в этот режимчик, я забыл Казди сказать, компасом, через компас ищем. Я забыл Казди сказать, что можно было сделать так, чтобы когда зомби умирает, он с кулдауном респавнится. Кормицу жив. Да, он вон там забагался, да, в текстурах, не? Нет. Зашел его? Где он? Ну, поэтому по компасу смотрите. Так, да, но у меня там стена, и типа больше не знаю, кто идти. Да, я тут уже все дома уже бегал, алло, ну куда? Ну, дай, а, я понял, понял, кажется, понял, где он. У меня где-то здесь. Проведи нас, а мы как бы добежим. Так уже, да, Бес, покажи где, а вот сюда, вот походу. Вот он, вот, мы его нашли. Его нашли где? Да, ну как объяснить просто, фиг знает. А вы за ним бежите или что? Ну да, его убиваем. Подожди, а я тут поднимаюсь как-то. Это он что, от нас убегает? Не-не-не, это просто чуваки бежали, мы подумали, что он туда. О, все. Все, его добили. Ладно, окей, хорошо, первая катка в пользу зомби. Но надо за людей тоже выиграть постараться сегодня. В прошлый раз мы тоже с зомби все катки, это... Слились. Ну, типа, за зомби все катки выигрывали, а за людей ни одной катки выиграны. Надо, я закидываю нас? Ну, небо, конечно, красиво. А, вас закинул, пингвина не закинул, давай это выйдем. А что, меня нету? Да, пингвина просто не закинул, потому что мест не хватило, на спаде слишком много людей. Мы просто до этого записывали другую игру, на спаде слишком много людей, мы с TeamSpeak набрали подписчиков уже. Но так как в зомби-моде нужно 26 человек, мы просто зашли и всем остальным тоже сказали заходить. О, закинуло.
Так, закинул? А, у тебя закинул? О, все, да. Все закинул. Ну, вроде всех закинул. Так, все, давайте, заходите. 13 из 26. Давайте карту выберем. Только не Италию. Давайте. Пиранесси. Что за Пиранесси? Ни разу я не видел. Давайте на Пиранесси. А я хотел пустыню бахнуть. Ну, в пустыне что-то, наверное. Я тоже пустыню бахнул. Так, вы что, какую пустыню? Это, давайте лучше Пиранесси. Ну просто пустыня, это же. Вы что, кто за пустыню голосует? Пиранесси, давайте. Да вы что, пустыня? Что там, блин, там песок будет, там скучно. Ладно, я выбрал Пиранесси. Ох, ух, слава богу, закибербудил. Это чисто, чисто так, это чтоб Дымасик поволновался такой. Да, конечно, конечно. И его карта будет, как так-то, подписчики решают за него, так. Ну так, не, ну просто Пиранесси звучит интересно, что за карта, ну типа непонятно по ней. Просто пустыня, от нее, ну типа сразу знаешь, что ожидать. А от Пиранесси фиг знаешь, чего ожидать, понимаешь? Нифига, крутая карта, здесь можно много где спрятаться. О, Демастер, нормально, вижу тебя. А тут нам спиду не смогут здесь зайти? Я думаю, нет, тут можно дальше пройти. О, блин, здесь, здесь можно еще выше подниматься. Ё-моё, ты посмотри, где я. Блин, посмотри, где я. Сейчас. О, нормально, высоко, да. Я тут хорошее место, я тут угловой, я тут чисто пацаны, с одного уровня места подходный. Пацаны, угадайте, кто зомби? Ты? Че так стоишь? Вы что там, значит, толпой да? Встали? Нифига, пингвин, давай сюда, будете. Смотри, что за место. А у меня тоже хорошее. Не, че, вот это вообще имба, ты посмотри, как они сюда залезут вообще? Поймите бомбу, толпа. Так, ладно, давай. Ну, он сейчас быстренько поднимайся сюда, вот здесь, вот, видишь, куда чел забежал, давай сюда. Я один зомби, а почему так? А тот ливнул. Ты заразил чувака, он ливнул. Он, знаешь, тильт свалил, понимаешь? Он просто, знаешь, он типа такой, я не хочу быть зомби, нет. Да. Мама говорила, быть зомби плохо, и такой, альт F4 просто сразу же. Нет, тут если гранату в угол кинуть, мы как бы, а, ну. А, ну не, можно вот зацепляться, видишь, здесь сидеть. Прикольно, прикольно. Что такое, а, да, ама, оружием ближнего боя тебя можно далеко откинуть, ты в курсе? Так, хорошо, Корвицус нам тоже идет. Давай, Корвицус, занимай позицию с другой стороны. А, он не знает, как залезть. Чуваки, было бы круто, если бы половина бы встала бы вот на ту сторону. Тогда бы, если бы заразили половину, ну, типа, одни могут помогать другим и наоборот. И все зомби... Все так зомби... Нет, мы наоборот будем на них стрелять, и они... А знаешь, все зомби будут сюда переть, они нас толпой сдавят, а так им придется разделиться на две эти. Понял? Вначале тех поработят, потом нас. Не-не-не, а мы им спину будем стрелять, они будут падать. Ну ты да меня сам боже, себя позвал, не, так что это всё. Супер смешно получается. Так, у нас есть 250 секунд, чтобы Ама нас не заразил. Пацаны, а что там снизу? Лорд, давай вон дальше смотри, вот дальше проход. Или вон туда, лорд, еще идите, вот туда смотри. О, пошли. Проводят. Армия пошла. Так, где зомбики там, нормально? Ой-ой-ой, кажется, сейчас как будто колдец придет. Идешь к нам? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не вижу пока Аму, не вижу Аму, пацаны, не вижу, увидите Аму. А так. Подожди, там же есть через дома подъемы по лестнице. Где? Тут сзади нет нигде подъема? Не, вроде нет. Я на F5 нажал, ничего не вижу, если интересно выглядит. Ничего нет. Тут у нас, видишь, только один путь. Вот здесь нужно встать двум пулеметчиком с двумя пулеметами встать, и все, никто не пройдет. А что за пацаны, которые очень высоко прыгают? А, ну смотри, у людей в этой игре высокие прыжки, а у зомби нет. Ага, понял. Ну, зато тебе всего три раза его ударить, он не регенится. Всего три раза, и он твой. Ага, понятно. Просто видишь, тебе не повезло, что ты заразил чувака. Не расслабляйся, знаешь, как это бывает? Сейчас мы тут посидим 2 секунды, да? А потом он одного заразит, потом вдвоем еще двоих заразят там за секунду и станет 50 уже. Аму убили, нееет! О, Ама, а он заспавнился, смотри, здесь. О, давай. Наших заразит, ну что вы тут снизу делаете? Ну что-то у меня патроны. Да боже, тут так пинают, что ты... Просто напали на Аму. Под зад просто. Пацаны уже просто за ним побежали, Ама сейчас... О, он заражает, зачем вы за ним побежали, вы че? Класс. Капец, зачем? Отступайте назад, отступаем! Все на базу, наверх. Ну все, пацаки, я буду есть. Давай. Черт, их трое, больше нельзя зомби давать превращаться. А я не даем шанса никакого, надо выиграть, Черт, да не поднимай, он поднимается к нам где-то, походу, или что? Не знаю, вот тот паркур, не даем, надо бить его. Хочешь по лестнице, смотри, ой, зомби, который высоко прыгает. Да, есть такие зомби. Это что такое? Прыгает, сейчас ударит нас. Корвицус, аккуратнее, они сейчас, он поднимается к нам, аккуратно. Ой, там челик его встречает. Давай. Стреляйте, выкидывайте. Фу, перезарядка пошла, давай. У нас здесь как? На балконе, балкон мониторьте. Да чё за ужас. Ой, заразили еще. А что за читер вон там прыгает, смотрите. Какой читер? Вон там, смотри, на крыше. Вон там. А, ну кстати, да. По барьерам, он в барьеры как-то прыгает. Ой. Фух, скинули. Фух, скинули, красавчики. Давай, он пытается запрыгнуть. Убили. Yeah. Вы его завалили прямо? Ну да. Оп, в голову попал. Он станет зараженным. Беги. Все, ему боже попало. Мой, у них уже четверо. Да. Пятеро, нет, черт. Осталось 8 секунд, тут не так вы за секунду можете просто задеть и всех убить. С
Слушай, ну их становится больше и больше. Так, но я и снайперки их нормально прокоцываю. Не, мне нравится эта карта. Ну такая карта, да, крутая, интересненькая. Ну эта карта пожестче, да, здесь можно за людей... Ну, у людей хотя бы есть шанс выиграть. Да, зато у зомби забрали всех в одно место. Да, есть. Просто у тебя два тиммейта, ты первого чувака заразил, если бы он тебе с самого начала помогал, то ты быстрее бы заразил больше людей. Не-не, подняться невозможно, но команд, как вы предлагаете так подняться? Так искал бы те, которые внизу. Гранаты, у вас есть гранаты, давайте, вы можете убивайте, гранаты закидывать. Убивайте, да, вот я стою. Вы можете гранатами закидывать на само. А у меня нету гранаты. Она у тебя на первом слоте вроде. Нету. Ну да если умрешь, что будет? И у тебя ее вообще нет. Ну пока а возможно он уже ее кидал. Так, о, ну, я убил Аму, Аму убил. Может гранату кинет, нет? Ой, гранату кидают, не докинул, видел? Ух, я не видел. Ой, нас все равно подбросило. Так, а ну отстаньте от нас. Ну, такое. 18 секунд, так, я туда кидаю ледяную гранату, бам. Кидаем туда ледяную гранату, да, тоже. Ой, там даже парни спустили, 6 секунд, ну-ка вперед. В атаку, все, режем их бензопилами. Давайте. Ну, да. Нифига, я, мне кажется, первый раз за долгое время вижу, чтобы люди выиграли. Шок. Не, ну карта, кстати, прикольная. Пиранесси. Чисто крысище. А залетитесь по-другому не выиграть, а вы что такое-то слышишь? Да ладно, я рофлю. Ну, запомни, Пиранесси лучшая карта в зомби-моде. Это просто надо было подписчикам сказать, все идем в одну карту, в одну точку, и все. Видишь, гений. Да кто ты, что? Мы там с вами скооперировались, чел. Не, ну ты это место нашел, а... Ты позвал, а потом все. Ну да, но я вообще предлагал на две точки рассоединиться, чтобы мы с двух сторон обстреливали чуваков. А как, ну, да, открыть оружие? А, ну смотри, Ама, здесь, короче, здесь все оказано, решил сделать, чтобы все было через рулетку. Вот на втором слоте у тебя рулетка, да, вот за нее открывать. Играешь, опыт получаешь, рулетку открываешь. Да, там тебе рандомно дается оружие, либо о, зомби, да, либо разные классы и так далее. Идеально. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, наша микросерия подходит к концу по зомби-апокалипсису, по зомби-моду на Кристалликсе. Вот, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на наши каналы. С вами были Демастер, Ама и Пингвин. Вот, на этом, в принципе, все. Спасибо всем подписчикам из TeamSpeak, которые пришли. Если вы тоже хотите поучаствовать в видосе, то заходите в мой TeamSpeak. Увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи, всем пока-пока. Всем удачи, всем пока.